Гонконгская фондовая биржа HKEX готовит запуск технологии блокчейн. Руководство биржи заручилось поддержкой австралийской фондовой биржи ASX, которая уже второй год успешно применяет новые технологии и стала самой прибыльной среди аналогичных площадок в 2017 году. Биржа HKEX заинтересована в использовании блокчейна в ряде областей, в том числе в кредитовании и в небиржевых торговых операциях. Кроме того, руководство ищет способы сократить операционные затраты, поэтому HKEX сейчас тесно сотрудничает с ASX, чтобы понять суть их работы и обмениваться информацией. Ранее биржа HKEX замедлила применение технологии блокчейн, поскольку на тот момент не хватало квалифицированных разработчиков программного обеспечения. Теперь работа в этом направлении вновь активизировалась.